Поддержание мира и безопасности. В подмосковном Алабино стартовали международные армейские игры. В военной олимпиаде принимают участие профессионалы из 28 армий мира. Впервые Израиль, Сирия, ЮАР, Узбекистан, Уганда, Фиджи и Лаос. Команда из Беларуси – одна из самых опытных и многочисленных, более 200 человек. Мирные встречи военных на тренировочных площадках – лучшие доказательства доверия между государствами и их вооруженными силами. Эти слова президент Беларуси адресовал участникам армейских международных игр в специальном видеообращении. В мире неспокойно. Международный терроризм угрожает всем, без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряженностью. Поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы. И отличная боеготовность, выучка и оснащенность вооруженных сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров является самой надежной гарантией безопасности наших стран. Армейские игры собрали вместе военнослужащих из многих государств. Это лучшие из лучших, кто по праву считается элитой вооруженных сил. Каждый из вас прошел нелегкий путь отбора, выдержал воистину серьезные испытания. Как и в спорте, именно благодаря силе духа, отменной подготовке и целеустремленности вы сегодня здесь. Вам выпала высокая честь представлять свою страну на международных состязаниях, демонстрировать боевую выучку, тактическое мастерство, умение действовать и четко, слаженно. Во всех сферах ценится профессиональное мастерство. Но особенно необходимо это качество в благородном деле защиты Отечества. Уверен, эти игры послужат вам хорошей школой, дадут возможность обменяться практическим опытом и военными знаниями. А у недругов надолго отобьет желание рассматривать нас через оружейный прицел. Пусть и впредь воины наших армий встречаются именно на подобных состязаниях. А их география максимально расширяется, вовлекая новые страны и континенты. Подобные мероприятия служат великой цели – поддержанию мира и безопасности. Александр Лукашенко пожелал всем высоких результатов, а родной белорусской команде, конечно же, ярких и убедительных побед. В этом году состязания пройдут на территории 5 стран – России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Китая. Военные профессионалы состязаются в мастерстве по 28 дисциплинам. Задействовано более 750 единиц техники. К армейским играм сейчас приковано внимание как тысячи зрителей, так и огромного числа экспертов. Ведь здесь фактически идет соревнование национальных систем боевой подготовки, а потому цена победы – это еще и оценка способности армии соответствовать передовым стандартам безопасности.